вот и поспали, а теперь можно и поесть. В прямом смысле этого слова. Здесь пусть подождет. Убираться сейчас не будем. Так хорошо спится в этом месте. И не так, что плохо спали и захотелось поспать. Ну, что делают обычно отдыхающие люди? Отдыхают, а спать положено. Пойдем, думаем, рискнем. Пойдем в ресторан, который мы очень любим. Без резервейшена. Места там не будет, уже знаем. Но кто не рискует, не ест вкусно. Если места не будет, вернемся сюда. Здесь местный ресторан. Пойдем. Ключи взял. Молодец. Люди купаются, когда холод. Я гитар включила, чтобы потеплело в комнате. А тут все голые стоят. Ну и хорошо, я рада. Я не могу, но тот, кто может, это значит, у вас очень хороший, сильный иммунитет, как у моих детей. Они не чувствуют холод. Где ж помню? О, у них рум-сервис есть. Очень редко бывает. Это, наверное, очень поздно. Все закрыто, если по возможности. В Вегасе так делали. И так вкусно ели. Но не люблю в комнате есть. Извините, я думала, вам в первый. Почему не первый, а во второй? Первый – это к бассейну. Не, не ходим в бассейн. Я в тапочках, потому что коллекция моих туфель находится в багажнике. Зачем с собой взять? Все равно лучше в машине поменять. Высыхаю. Это собой. Как же многолюдно в этот раз. Заходите. Ох, как тепло. Хочу здесь жить. Какие туфли, спрашивает. Не первые, не вторые. Те, что очень такие высокие. Не. Нет, это тапансики. Прозрачные. Милейший, добрейший. Ведь эти лучше идут с твоей кофточкой. Нужно обязательно соответствовать гарнитуру мужа. Окей, мы готовы. Надеемся, там для нас место будет, а то придется обратно в эту невкусную структуру. Хорошо отдыхаешь? Он тоже уснул в трусах. Однажды хочу тебя заснять, как ты спишь. Знаете, как он спит? Как детишки. А, подожди, держи микрофон. Микрофон, камеру. Значит, лежит, вот так делает руки, в буквальном смысле. Так, и ножки так собирает в комочек такой, в трусиках. Такими животиками, в трусиках комочек. И спит, так мило спит. Смотрела немножко, поулыбнулась. Хотела для Лилит фото сделать, но не сделала. А то бы и вам показала. В общем, он так спит. Дай мне инструмент. Хотела просто продемонстрировать, как спит мой великолепный. Он спал, я смотрела телефон. Что там есть, что происходит в мире. И потом подумала, но позавидовала. Его сну, спокойству, уму, что какой человек на отдыхе сидит и смотрит в телефоне, что происходит в мире. Спи, ты тоже спи, наслаждайся.
закрыла телефон, пришла, чтобы спать с одеялом. Он подумал, хочу его одеялом прикрыть. Говорит, мне не надо прикрывать. И проснулся. А я уснула. Он ушел, а я уснула. И кто-то через не знаю какое время стучится в дверь. Housekeeping. Говорю, зачем housekeeping? Мы только приехали, комната чистая. Наверное, другую дверь стучаться, так бывает, другую стучаться тебе кажется твой. И лежала, думала, наверное, отстучаться уйдут. И открыли дверь. Естественно, встала. Говорю, чем могу вам помочь? Говорит, вам housekeeping? Говорит, мы только приехали. Свежие полотенца, говорю, мы еще только одно полотенце руки почистили, не надо полотенце. Говорит, куки, хотите печенье в пачке? Говорю, окей. Взяла печенье. Он вернулся, обрадовался. Съел. Ну, так и не поняла, что хотела эта женщина. Housekeeping. К 6 часам. Какой housekeeping? В общем, так и не поняли. Агент был какой-то, наверное. Вот. Это наш номер. 351. Если будете нас искать, это наш номер. Чтобы мне верили. Смотрите, местные в жакетах, в куртках ходят. Верим, Агина, верим. А у мужа куртки нету, жакета нету. И покупать себе ничего не хочет. Зато для меня, девочки, смотрите, еще один пиджак. Он мне купил. Вот такой солидный. От Ральфа. Очень хорошо сидит, по-моему. Очень нравится. Окей, увидели, Агина, хватит. На всякий случай, если не видели. Говорите себе, что-то взял бы, и тепло было бы, и что-то новое. Я пока с ним в магазин не поеду. Он себе ничего не купит. Завтра хочешь перед выездом пойдем посмотрим? Не соглашается. Говорит, у меня все есть. Я ничего не хочу. Говорит, мне не нужна никакая новая одежда. В общем, очень скромно себя ведет. Значит, здесь большие пробки были. Парковки вообще не было. Он за одним ходом. В общем, длинная история, но где-то минут 10 задним ходом ехали, потому что односторонняя улица. Должны были проехать через пробки, а он пришел сюда и задним. В общем, не могу объяснить, но осталось, чтобы в ресторане место было. А то все наши эти его старания, его это мои, наши, ваши, будут в пух и прах. Окей, надежда умирает последней. Окей, все хорошо прошло. Ой, четверта. Здесь очередь на что-то. Я сомневаюсь, что мы вообще сможем пойти, зайти. Это забегаловка и очередь. На уикенды мы не выходим никуда. В этот раз у нас выбора не было. Как хорошо пахнет шашлыком. Это как в анекдоте. И я в белом пиджаке. Тут люди. Все в пляжных одеяниях, в куртках, в разных, ну, домашних. И тут я. Может, я на интервью иду. Yeah,
А может сказать, у нас есть резервейшн? Вы просто не находите. Видите, кто не рискует, не ест устрицы. Записывайте. Нас уже здесь знают, честно говоря. О, вы опять пришли. Это третий раз мы сюда приезжаем. У кого-то день рождения. Свечку зажгли. Помнишь этого человека? Даже официант уже по несколько раз нас говорит: хорошо, что вернулись. Вы опять с нами, говорю, мы всегда с вами. Говорит, интересно. После того, как на английском, как это, как будто после того, считая себя очень нехорошим, говорит, после того, что однажды уже были с нами, еще раз вернулись, несмотря на то. Шутит, шутки шутил. Говорим, у нас время дорогое, у всех оно дорогое. Не стали искать что-то новое, пришли, уже знаем, куда пришли. То, что очень важно, время дорого, очень дорого. Наверное, я сегодня тоже чай закажу. Десерт не очень такой хороший был в прошлый раз. Что был, карамельный что-то? Предыдущие разы десерты очень вкусные были. Может, в этот раз что-то новое попробуем. Может, мало ли. Посмотрим. Этот официант нас последний раз, когда сюда приехали, в той стороне сидели, только устрицы заказывали. Помнишь? Да, очень, очень помним. Все, это, наверное, уже долго сюда не вернемся. Но в эти края вряд ли вернемся. Ну и вообще, хочется в новые края. Как-то подустали. Хотя год это небольшое расстояние, чтобы соскучиться или захотеть чего-то, какое-то место. Год это почти ничего. Как будто ничего не поменялось, сильно ни к чему не тянемся здесь, вроде бы. Да? Ну, счастливы. Хорошо, все прекрасно. Thank you. Thank you very much. Сразу cheers. За все хорошее. Очень вкусно. Мы за несколько дней перевыполнили план по выпиванию вина. И не жалуемся. Фужер. Ну, он такой полный. Я только поняла, что я сказала. Итак, твой такой вкусный. Это что, савиньон? Савиньон блан. Я все-таки шардоне хочу, люблю. Каждому свое. Шардоне forever. Thank you. Thank you.
speaker in the audience from Washington State. Официант говорит, эти Фанни Бэй из Канады, это из Вашингтона. Говорю, а мы знаем. Говорит, да я знаю, что вы знаете. Я просто хотел в вашем муви, мой голос. Мой фильменный голос хотел озвучить. Говорю, у вас прекрасно получилось. Что за огромные Фанни Бэй? Такие большие нам не приносили. Они прекрасны. И большие, и маленькие. В общем. Забыли ложки принести для соусов. Ну, мы люди не стеснительные. Можем сразу туда. Итак, карамджан. О, какой огромный. Это как будто... Очень взрослый ойстер. Громадный. Спасибо тебе, что ты такой большой был. Арамджан. Начинаем. Так хочется, Ара, есть. Медленно, несколько часов сидеть, и очень медленно, и чтобы еда не заканчивалась, и чтобы не наедались. Это большое удовольствие. Ну, в нашем возрасте только еда приносит нам большое удовольствие. Очень приятно, когда еда хорошая, настроение хорошее, аура прекрасная, люди добрые, улыбаются. Хочется сидеть и ничего не делать, только кушать. Это по-классическому проглочу. Костный мозг вспомнила на месте. Лук. Я не знала, что это с луком. Но it's okay. Большой мальчик. Попробуешь, наверное. Лук удалю. Мозг съешь с крутонами. Ох, как хорошо пахнет. Немножко горелый. Эти очень вкусные. Если здесь будете, закажите какой-то чипсы с ахи-тюна. Посмотрим, что это из себя представляет, этот наш костный мозг. Биф-тартар, сырое мясо говядины и сверху костного мозга. Oh my God. Выглядит изумительно. Как икра. Вкусно. Это очень вкусно, но после этого ничего невозможно будет съесть. Медленно и долго. How to eat it? Thank you. Говорит, ложкой легче будет удалять. А мы не ждем, мы сразу удаляем. Арам, мужу очень понравилось. Говорит, это очень вкусно. Так что я тебе это очень толсто намазала или хорошо? Пожалуйста. Вкусно? Действительно. Да. Я вот почти наелась. А так хотелось долго, медленно, мучительно. Mm.
Жаль, что следующего раза не будет, но будете знать, если заказываете этот костный мозг, знайте, что больше ничего, если вы такая, как я, больше ничего не поместится у вас. Придется на силу все съесть, потому что жалко, уже заказали. Я еще салат из брюссельской капусты заказала. И что еще заказали? Тюна Pocket Tower заказали. Удачи тебе, Арам. Наконец-то дошли до бедного тунца. Yes. Yes, please. Oh, this is such a huge plate. Такой большой, я не думала, что... Я не смогу. Это один кусок ем, Арам. И развожусь. Такой салатик аппетитный. Выглядит как толма. С виноградными листьями. И даже пахнет как толма. Арам, это ты даешь? Я не могу. Я вот эту зелень съем. С моей толмой. А это ты наслаждайся. Ты любишь. И капуста тоже такая большая, брюссельская, с хрустом, с каким-то соусом, наверное, айоли. Их много. Это сейчас мне нужно на голову насыпать. Могу, ну очень большой салат, там еще и бейкон тоже жареный, не съела бейкон, естественно, не люблю. Но с салатом очень вкусно, хороший аромат придал салату. Ну, очень много салата, я думала, они вообще-то салаты маленькие бывают, такой уютный размер бывает. Это без помощи мужа я не справлюсь, а он не салатный. Он вот такой. Thank you. A piece of work of art. Wonton fish. Yes. With that. Thank you. Yeah, and I can't. No, but no, I don't take food. It was a lot. Too much, but it was delicious. Thank you. Yeah, это тоже не собираюсь. Но верхнюю часть для мужа удалю. Это дайкон и микрозелень. Все. С остальным он справится. И мугором. Я для десерта аппетит храню. Сохраняю, берегу. Лелею. О, здесь можно с собаками прийти. Вот такую хочу, маленькую. Не волосатую. И с жакетом. Сейчас он так красиво справится с этим. Тарелку к себе поднеси. И все аккуратненько. Ага. Ой, с чипсами еще вкуснее будет. Наслаждайтесь, наш дорогой оператор. Вы, наверное, голодные ходите. Эта Эгина вам ничего не дает есть. Все, она ест. Молодец. Good. А что заказали? Это что было? О, corn bread. Что-то с кукурузной мукой. Сверху какое-то пюре фруктовое. Мороженое. Сказал, остается это.
очень плохие десерты. Один, ну, крем-брюле я просто не люблю, не терплю. Даже не ела. Но другой десерт попробовали, карамельный баскет. Очень плохой. Теплые бананы там были, плывущие в каком-то соусе. Ну, чай попросила. О, какой горячий, даже ложка теплая. Интересно, что это будет? К примеру, и немножко мороженое. Думаю, это все вместе нужно съесть, чтобы почувствовать весь эффект. Вкусно. Чрезмерно сладко, с корицей. Какой-то мокрый кекс с корицей. Oh, I love the tea from Pipa. Thank you. Thank you. How's the bread pudding? It's really good, surprisingly. When you say bread, it's not supposed to be dessert, right? Bread is, it's not dessert. Yeah, it's mixed up with other things. But it's good. Thank you. Будет вкусно. Как люблю, когда чай прямо с чайником подают. Такая независимость. Сколько хочешь себе нальешь, чтоб не остыло сразу. Такой вкусненький. Какой компот сказал, какой соус карамельный с корицей. Вкусно, тебе понравится. На здоровье. Ну, часть это новое. Ну, да, кусочек может быть. Еще маленький, и все. Ты сможешь, Арам. Очень теплый, такой уютный десерт. Хлебный пудинг называется. Где есть слово хлеб, я думаю, там десерт не помещается. Но любой хлеб полить сладким каким-то соусом, кремом, это уже не хлеб, это уже выпечка сладкая. Угу. Нежный, мягкий. Че? И хорошо, что он теплый. С холодным мороженым как раз то. Не сомневались. Не сомневались. А я чай. Так мечтала несколько дней. Чай хотела. Вот. Вот смотрите, как он справился. Еще и вторую ложку туда положил, говорит, чтобы было впечатление, что мы вместе это съели. Это вы шустрый оператор. А как ты все это съел? Знаете, какой сладкий был? Как будто это было варенье. Но в виде кукурузного кекса. Очень сладкий был. Но сильные мужчины справляются со всеми сладкими препятствиями. Вы молодец. Очень вкусно. Знаем, знаем, мы уже знаем. Можете вообще молчать. Когда вы молчите, мы чувствуем, что вы говорите очень вкусно. Молодец. Да, было вкусно. Вот там еще и хами есть. Мед. Хочешь мед съешь? Палочку меда. Очень хочу. Очень хочешь. Мне хотелось уходить, но не ночевать же тут. И музыку включили. Ну, хорошо, что не сильно холодно. Я думала, уже когда будем выходить вообще, вообще мороз нагрянет на нашу голову. Но нет, очень приятно. Даже не могу жаловаться, что мне делать. Не жалуемся, но короткую историю вам расскажу, чтобы были внимательны. Принесли счет. 180 с чем-то долларов. Муж карточку положил. Через несколько минут подошла
другая официантка взяла счет и говорит, другой счет принесла и говорит, я удалила счет за коркидж. Это когда берут целую бутылку вина, что-то в этом роде. Говорю, спасибо, что удалили. Спасибо, говорю, не за то, что удалили, просто поблагодарю. Думаю, что за коркидж, мы вино не брали. И ушла. И муж говорит, этот счет на $300, что мы заказывали? Говорю, точно на 300 мы не заказывали столько. Кашалоты, что ли? В общем, наш официант подошел, говорит, можете проверить. В общем, счет другого стал. И мы с удовольствием дали карточку. Она понесла карточку, взяла деньги на $300 с чем-то. Неправильно взяла. В общем, долгая история. Нужно было посмотреть счет, потом дать ей карточку, чтобы она сняла. Anyway, естественно, деньги вернули, потом опять сняли. Могли бы обойтись без двойного снятия. В общем, все бывает. Но все равно место прекрасное. Будем скучать, наверное. Рам, это мы. Осторожно. Четко не видела, что снимаю, но это для тех, кто любит утреннее океанное настроение. Пасмурное, такое холодное. Ну, для нас это уже закончилось, к счастью. Этот тихий ужас закончился. В этот раз так уж получается, что мы такие недовольные. Расскажу. Вчера вечером. Во-первых, не рассказываю, вечером рассказываю. Этот великолепный пошел искупаться, освежиться. Good morning. И слышу, вспоминает какую-то неизвестную мать. Что случилось? Говорит, да позвони ты им, скажи. Не почистили ванную комнату. Тут волосы чьи-то, и не волосы, а комок волос, прямо голова. На голова, чья-то голова длинноволосая, была прямо на стене ванной комнаты. В общем, фото сделала, говорю, могли бы и почистить. Да и в джакузи тоже волосы были, но я как нормальный человек поняла, может быть, пропустили. Окей, взяла, почистила. Anyways, но то, что в ванной комнате, это был тихий ужас. Извинились, пришли, почистили, ушли. Сегодня два раза уже иду в ванную комнату, кто-то стучится. Иду на housekeeping. Housekeeping, говорю, мы не звали вас. И так два раза. В общем, уходим. Наверное, сюда тоже не вернемся. Точно. Точно. Сюда тоже не вернемся, туда тоже не вернемся. О, Калипасо Форевер, говорит. Второй. Да. Если вернемся, только в Калипасо. Хотя завтра едем в Чумаш, тоже любим Чумаш. Там такая нейтральная зона. Отель очень недорогой, чистый, матрасы крепкие, очень хорошо спится, подушки хорошие. Нужно было вообще остановиться в Чумаш. И ехать туда-сюда. Are we in second floor? Oh, no, we're third. Okay. В общем, такие дела. Через 5 дней мы будем уже на самом удобном матрасе, в самом уютном и чистом месте в этом мире. Для нас, во всяком случае.
надела новые брюки. Они очень длинные, можете вот смотреть. Уже не можете. Но мне они очень нравятся. В какую сторону? Ну, хозяин. Окей. Уже чекаут сделали. Сразу к машине и едем. Куда едем? Едем что-нибудь закусить. Бургеры хочет. Вчера не съели. Сегодня, думаю, мечта гурмана сбудется. О, я с тюркузом. Я водичку попью. Вода орхидейная. Хочешь? Угу. Зашли благополучно. Инструментик. Молодец. В общем, ничего нового, ничего такого интересного. Не знаем, какие влоги получаются из Калифорнии. Наверное, вы эти влоги уже 100 раз видели. Мы такие, мы любим наши места, наши знакомые, все такое, уже нам немножко породнившееся. Но в этот раз как-то получается, как будто отрываемся от всего. Сюда не вернемся. О, здесь уже не нравится, здесь что-то не то. Что-то испортилось, сломалось. Калипасо Forever. Про это, молчим, ему там очень понравилось. Прямо мечта, себя такого очень хорошо чувствовал. В общем, если вернемся, то только туда. И говорит, все, больше, наверное, сюда на несколько лет не будем возвращаться. Если какое-то срочное дело такое не будет, кто-то или не на свадьбу. Пожалуйста, нас на свадьбу не приглашайте пока. Хотя бы на 3-4 года. Держитесь. Anyways, если что-то серьезное, как мы это мы друзей говорим, вы должны к нам приехать. Они говорят, ну, вы очень далеко сейчас. Разве что кто-то из детей поженится, придем на свадьбу. Говорю, надеюсь, пусть. Чем раньше, тем лучше, скажем. Для сына я уже готова мысленно, что он может жениться и, в общем, так. В общем, кто что хочет, пусть делает. Окей. Хочешь жениться? Хотите? Очень хочет. Он так хочет жениться. Он так любит жениться. Такая погода была в этот раз. Смотрите. Облако неизвестное спустилось на голову этого бича. Пизмо бич находимся. А Вилла бич то же самое было. Но в Лос-Анджелесе сейчас очень жарко. С Астрик поговорила сегодня вечером в гости к Астрик. Она сейчас, наверное, уже начала крутить толму. Вчера говорит, уже вы несколько дней не домашнюю еду, наверное, кушаете. Толму сделаю, но знаю, что Арам с луком не любит. Может, для него без лука туда-сюда. Говорю, Астрик, ну не хотела... Да, утруждать или беспокойство, неудобство. Говорю, не надо ничего. В общем, мы на кофе-чай. Изначально договорились, кофе-чай. Никаких этих самых. Просто общаемся, то, что важно. Вчера говорит, толму сделаю. Говорю, нет, Арам все равно, он ни у кого. Он ест только толму своей мамы и мою толму, естественно. В гостях он даже не дотрагивается, даже не пробует. Он такой, вот ты такой, да? Да, такой, очень такой. Говорю, все равно он не будет. Говорит, для Арама рыбу сделаю, знаю, рыбу любит туда-сюда. А для нас толму, говорю, Астрик, сейчас уже не буду я отказываться, потому что я очень люблю, но готовить толму, это для меня... Знаю сейчас, ничего трудного, что тут трудного, Я не из-за трудностей, а из-за время теряешь. В общем,
Говорю, ну если так хочешь, крути, Астрикчан. Я приду с удовольствием, съем. Так что сегодня вечером домашняя еда, долма. Прям буду есть, пока лопну. Могу. Я немножко, кажется, весом прибавилась с этой стороны. Замечаете? Этот мой зубный, как зубной или... Очень плохой экспириенс был в этот раз. До сих пор щечка еще не опустилась. Но через несколько дней уже эти штуки поставят, наверное. Как уедем, все на место придет. Быстро хочу зайти в этот магазин «Секрет Виктории». Потом хочу зайти в магазин, откуда купила эти штаны. Там кое-что, кажется, мне тоже понравилось. Раз уж здесь, все куплю, потом уже бургеры. Согласен? Лучше. Ты тут подожди, посиди. Что тут происходит? Человек кричит, не знаю, наверное, сумасшедший. Окей, можно эту машину закинуть. А где тот другой магазин был? О, окей. Значит, садимся. Они оставляем или пешком? За паркинг здесь платить. А где бургер? Далеко. Далеко, значит, опа. Пожалуйста. Решили не пешком, а конем. Один благ шагать туда-сюда. Слишком много ходьбы. Мы тут не приехали, чтобы эксерсайз делать, ходить и гулять. Впечатление, что мы приехали в Калифорнию, чтобы кушать. Но уже устали от ресторанной еды. Уже хочется что-то хорошего, вкусного, нормального. Мы доехали через секунду. Я, наверное, быстро зайду. Ты можешь сидеть себе или, не знаю, на людей посмотреть. Мы в этом магазине с вами были. Ничего, вряд ли что-то новое есть. Быстро заеду. Я заеду. А, мужской ковбойский магазин там есть. Ты туда, я туда. Встретимся сюда. Thank you.
закончила свой шопинг. Пару что-то дочкам взяла с надеждой, что понравится, наденут. Надеюсь. Надежда умирает последней. Рам, это как? Так? Или так? Окей. Пешком будем ходить, хозяин? Здесь так много собак. Это хорошо, если в городе любят животных. Общая такая энергия города добрая. Оно и так и есть. Поэтому любим здесь. Там греческий ресторан. Город Сан-Луис-Обиспо. Здесь уже с вами были. Коротко называют СЛО. 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 Так читаем. И чистый город. Бездомных здесь пока, ну, в даунтауне не видели. В наших краях тоже почистили уже несколько месяцев. Наша троюродная бабушка говорит, это ее заслуга. Вроде кто-то, выборы какие-то были, регион, наверное, наш neighborhood, или как называется, называют человек, который, в общем, в ответе, да, и хотел выбраться, чтобы его выбрали. Вроде бы ее бойфренд Джо увидел этого человека, который, ну, стучится в дверь, свои планы на будущее, если его выберут, это сделаю, эти обещания, знаете. И он вроде бы ему сказал, my girlfriend, извиняюсь, моя девушка. То есть наша бабушка. Ей всего лишь 80 с чем-то скоро будет. My girlfriend вас терпеть не может. Вы когда-то обещали, что почистите ее neighborhood от бездомных. Вы так и этого не сделали. Так что даже не надейтесь, что вас кто-то будет выбирать. Тому подобное. Очень так насказал ему в лицо. И бабушка говорит, спустя 2 недели здесь чистота. Ну, она уверена, что она добилась этого. Я верю. Посмотрим, какие у них органические травоядные. No, we just passed by a couple of times and wanted to come in, so we came in. Здесь можете свой бургер сами организовать, что хотите оттуда, отсюда. Мы сказали, мы люди классические, хотим нормальные, с мясом. Есть и веганские, не веганские, между веганские. Мясо, сыр, ему такой голый бургер, только мясо, сыр и хлеб. А мне все, что есть сверху, посыпать, полить и все, и подать. И жареной картошкой сбоку. Надеюсь, стаканчики тоже будут. Или, может, здесь в дикую пьют, то есть... Попросили, сад дом принесли, но я лед не просила, честно говоря. О, уже холодный был. Thank you.
Мне очень интересно, девушка взяла наш заказ, нигде не написала ничего, запомнила, значит, что ты хочешь так-так-так, я хочу так-так-так. Пришли и осталась на своем месте. Потом пришли новые люди, пошла к ним, они совершенно другое что-то заказали, оба. Нигде ничего не написала, новые люди пришли, пошла к ним, сейчас берет их заказ. Значит, она сможет запомнить наш заказ двоих, тех, я уже забыла, что заказала, тех людей. И интересно, где у них кухня? Она нигде не записывает, можно было подумать, где-то что-то написала, стол какой-то, и на кухне уже получили заказ, да? Ну нет, интересно. Интересно, все-таки интересно, где она это вводит в заказ, чтобы готовили. Sauces or anything? We have ketchup. What is this? That's mustard. Oh, okay. I can get you some napkins. Yes, please. Anything other than napkins? Anything spicy you have? Like good hot sauce, yeah. Yeah, hot sauce, please. Okay. Thank you. Заметила, что у нее в руках был такой маленький гаджет. Наверное, я не заметила первый раз. Потом увидела, когда пошла у других ордер забирать. Писала. Вкусный фрай. Сейчас посмотрим, какие это у них. Сельский бургер называется. No, village burger. Village burger, сельский бургер. Я люблю с кетчупом, с соусом каким-то. Сочный был. К примеру, будет очень такой капающий. Еще раз укушу. Вкусно. Очень. Плюс мы голодные. Хороший. Наслаждайтесь. Сейчас наш профессор по поеданию бургеров аккуратно, без единой капли. Сейчас увидите. У него бейкон, сыр и мясо. У меня все вот. Все, что думаете, есть. Молодец. Дошел до бургера? Хороший? Вкусно. Okay. Будем наслаждаться, не стесняться. Было вкусно, особенно с этим спайси соусом. Даже все невкусное спайси соусом вкусно. Понравился? Очень. Сразу видно. Спайс тоже вкусные. Мы молодцы. Как здесь тепло. Дорогие бургеры, значит, дорогой бургер из этой серии. 50 с чем-то долларов за два бургера. Я такое не слышала. Но
полезные, говорят. Траву ели. Ну что другое? А почему стоим? Должны стоять. О, говорит, стойте. Говорит, идите. Что делаем сейчас? Сегодня я опять на массаж. Там, где обычно иду, называется food spa, массаж, где только ноги вроде, но все массируют. И там массируют лучше, гораздо лучше, чем в любом дорогом спа. Это, можете поверить, у меня очень большой опыт в этом деле. В дорогом спа, ну да, кондишены тоже хорошие, чисто там, в общем, можно и в сауну туда-сюда. Здесь, но главное массаж, а массаж делают очень хорошо. Так что поедем, о, еще цветы должна купить, чтобы в вазу поместить. А мы пока туда-сюда, уже настанет вечер. Тут по дороге увидели, написано кафе. Такое слово, родное кафе. Увидел? Игрушечка. Может... О, кафе настоящее. Со стульями кофейными. Напялили свой флаг радужный. К чему не понимаешь? Кафе должен быть кафе. Без всяких сексуальных ориентаций. Мне все равно, что и кого вы предпочитаете. Это кафе. Мы сюда приходим кофе пить. И Гене опять начала. Уже закончила. Все, я эту тему закрыла. Но я не поддерживаю такие бизнесы, у которых мозгов нету. Инструментик, осторожно. Кофе где-нибудь в другом месте выпьем, наверное. Традиция. После ланча всегда кофе хорошая идея. Окей. Сейчас едем куда? Уже едем потихоньку. Drive safe. Have fun. Be safe. Yes. You okay. Have fun. Be safe. Okay. Okay. Bye, guys. Bye, Papa. That's okay. The college rule. Okay. Let's speak about more important stuff. How is my garden? It's doing amazing. Okay, how are my cucumbers? They are growing. And tomatoes? Yeah, they're growing. Good. Don't do teenager stuff, okay? Don't speed, okay? С детьми поговорили, все хорошо, все прекрасно. Дочка говорит, мам, ничего не изменилось. Как мы жили, так и живем. Круто, весело, все друг другу помогаем. В общем, жизнь продолжается. Хотели бы видеть, как вы там живете. Круто, весело, а мы со стороны смотрим. Да, огород тоже хорошо у себя чувствует. Огурчики растут. Дочка говорит, они очень хорошие и вкусные. Бывают и очень большие. Говорит, это не очень большие, а ты оставила их надолго созревать. Anyways, пошел, чтобы себе кофе купить из его любимого кофешопа. Говорит, и там написано «Espresso machine down». Не работает эспрессо машин. Говорит, там мужчина за кассой стоит. Мужчина, но крашеный в женщину. Говорит, извинился, сэр, извините, машина не работает. Говорит, я сказал, ничего, брат, как будто друг, бывает. И говорит, и обернулся, говорит, а я идентифицируюсь как, не знаю, девушка или не знаю, как разное есть.
Говорит, а я уже сердитый был, что я спросил, машина не работает. Мало того, мужчина с мужским голосом, крашеный, говорит, я не мужчина. Говорит, я сказал, а мне все равно, кого ты себя считаешь, я тебя вижу мужчиной. И говорит, его папу спросить, у вас сын родился или женщина, или женщина, или дочь. Отец сказал бы сын, так что, бедный отец, пошли. Говорю, пошли. Говорит, куда пошли? Значит, этот человек. Каждый раз мы приезжаем сюда. Я рассказывала, если в Минводах отдыхаем, я днем сплю, он идет в магазин, мне пиджаки покупает. В этот раз тоже пошел, купил один белый, другой черный. Говорит, но там был синий, мне он очень понравился. А я говорю, у меня два синих пиджака. Два. Говорит, такого у тебя нету. Сейчас я своей ногой сюда пришла, чтобы посмотреть, есть ли у меня такой пиджак, чтобы не купил тот, что у меня уже есть. Если есть, не купим. Если нету, купим. Потому что надо. Как это можно не купить все пиджаки у Ральфа? Мы это сделали. Купили синий пиджак. Покажу потом. Не так, что у меня нету такого почти, но с такой эмблемой и с таким материалом нету. Действительно, в этот раз очень хорошие материалы были пиджаков, пиджачный материал. В общем, довольно мальчиком тапки, туфельки купила, ничего такого особенного не было. Ну, взяли и едем. Едем за цветами. Ну, сначала массаж, потом цветы. Первым делом самолеты. Ехали себе, захотели кофе, поискали Coffee Bean and Tea Leaf. Нас привел в какой-то аэрофлот. Аэропорт. Аэропорт. Сейчас мы находимся в каком-то аэропорту Санта-Барбары и будем искать, наверное, там внутри Coffee Bean. И зашли в платный паркинг, чтобы купить платный кофе. Такой аэропорт красивый. Наверное, маленький аэропорт. Аэропорт Санта-Барбара. Мы здесь никогда не были, никуда не вылетали, но будем покупать кофе. Приехали в аэропорт, чтобы купить кофе. Молодец. И такое бывает. Как раз увидим аэропорт. Так хотели увидеть этот аэропорт. Лимонные деревья. Лимончики, смотри, какие хорошие. Может, спросим сразу? Ой, я туалет увидела. Ты кофе спроси, я туалет. Увижу. Один юнисекс и мужской, женский закрыт. Да, Гина, нас это очень интересовало. Если мы не летаем никуда, не сможем войти туда, где кофешоп. То есть кофешоп почти у самолетов.
Очень маленький аэропорт, но очень хороший. Аккуратный такой. Кофе не выпили, но очень удачно сходили. Было чисто. И узнали, что здесь есть аэропорт. Повсюду есть рейсы. Естественно, да, Южной Каролины нету. На четвертом конце света. Но можно в Атланту отсюда, потом все равно из Лос-Анджелеса тоже. Сначала в Атланту, потом уже к нам. О, дошли. Главное, я упорно шагала. Окей. Найдем тебе кофе, Арам. Не оставить же без кофе. Уже 2 часа почти едем. Арам, 2 часа едем или больше? Нет. 1.5 часа? 3 часа? Не знаю. Никто не знает, извините. Без 20 час. Сейчас. 1:20. О, 1:20. Записывайте. Кофе-бин так и не нашли, но по дороге к массажу кофе-ростерс написано открыто. Открыто? Да. Открыто. Заходите. Ну, не надо кофе, но нам. Hello. Большой кофе-шоп. Очень большой. Надеемся, эспрессо хороший. Thank you. Какое место хорошее. Открытое, простое, чистое. Кофе попробовала. Я сейчас проверю. Другой вкус с кислинкой. Может, тебе и понравится. Нет? Не очень. Не очень. Может, ему и не понравился. Посмотрим. Oh, муж говорит, сегодня вряд ли они будут работать. Последний день выходного. Говорит, а ты что? Вот смотри, все они собрались, тебя ждут. Слушайте, у этих девушек, женщин, вот такие мелкие пальчики. У меня тоже, ну, небольшие руки у меня. Но у них, наверное, меньше, чем у меня. Тонкие, ну, такая сила в этих пальцах. Знаешь, какая сила таится в маленьких женских пальчиках? Нет. Не надо. Окей, я иду, ты остаешься. Кофе пей, кайфуй, гуляй себе. Они очень счастливы, что я приехала, наверное. Они меня уже знают. Все меня массажировали здесь. Арта, ты тягалю, и уже смешно. Hello. Hello. Can I go in? Okay, yes. Okay. Массаж был великолепный, как всегда уснула в этот раз. Ох, уставшая была. Уставшая была после отдыха. Эти тоже очень хорошо подойдут к букету. Потом сразу после массажа зашли в Trader Joe's, купили такой летний, хочу простой летний букет. Подсолнухи, ромашки, что-то зелененькое. И надеюсь, эта ваза не совсем высокая. Боюсь вазу доставать. Посмотрим. Осторожно, ваза. Не знаю, откуда это мой характер самой делать букеты. Потому что нормальных букетов
принципе, и нету в магазинах. Они уже собранные какие-то не на мой вкус. Поэтому всегда так. Всегда покупаю и собираю. Только обычно бываем дома и более удобные, нормальные условия. А тут тоже нормальные условия. Ага. Окей, так сделаю. Ножницы нужны были. Цветы проверила, коротковато, но если их густо поставить, красиво будет. Упс, резинку забыла эту удалить. Думаю, красиво получится. Не обязательно, чтобы высоко торчали цветы. Упс, смотрите. У этого вообще головы не было. О, всадник без головы. Очень нравится сочетание подсолнухов и ромашек. По-моему, они сестры. Но это мое сугубо личное мнение. Дожили до того, чтобы в паркингах букеты собирать. Ну ничего, такое тоже бывает. Эти, не знаю, может быть и лишние, может быть и не лишние. Сейчас посмотрим. Я с ними не знакома. Они, кажется, вьются. То, что неплохо в нашем случае. Если смогу этих сюда, чтобы вились. Чтобы вились. Скажем так. Вот. Это хотела. Этого мечтала достичь. Полного лука. Геневый флорист врожденный. Спасибо. Сама себе комплименты делаю. Осталось туда залить водичку, эту штучку. Это уже арам. У нас задача. Воду купили. Сейчас придумаем. Давай это сюда сразу положу. Все равно не долью воду, естественно. Потом поедем. Попрошу, чтобы скажу, твои цветы, твоя вода. Окей. Я довольна. Окей. Траш. Трашкен. По сравнению с нашим штатом, в Калифорнии очень много трашкенов. А у нас там немножко дефицит трашкеновый. Окей. Чужим взглядом посмотрим. Это немножко поправим. И все. Can't wait. Мы свою миссию выполнили. Привязали наш букетик. Надеемся, благополучно доедем. Час с половиной где-то ехать. Сейчас пробки большие, огромные. Хотела еще платье поменять, но потом поленилась. Пусть немножко постарюсь. Ничего, Астрик потом меня помолодит. Скажу это на твоей совести. Поленилась сегодня, немножко постарилась. Этот великолепный себе мороженое купил. И постоянно вспоминает. Ой, чтоб мороженое. Жалко, мороженое испортится. И время от времени. Люк, и один глотает. Все, вот теперь в путь. Все взяли. Водичку. Все на месте. Окей, выдержим.